Впервые в истории Hello TV мы ведем репортаж с автомойки. Сами понимаете, что эта автомойка не простая, а автомойка, которая открывается под брендом Rockstar Car Wash. И сзади меня Миша Марвин моет машину. It's a rainy night, coming late out of the dojo. No lights, dark out on the parking lot. Looking for my car, thought I left it here before. Тащишься ли ты от идеально чистых машин? Ну, я как человек, который ездит на метро, да, тащусь от идеально вымытых машин, это да. Да, я получаю эстетическое удовольствие, когда я вижу свою машину чистой. И наоборот, соответственно, когда вижу ее грязной, то... Я не знаю, просто чувствую какой-то дискомфорт. Да, я очень люблю чистоту, и моя машина всегда чистая. Как часто ты ее моешь? По мере загрязнения. Думаю, наверное, раз в неделю. Вот. И я буду точно мыть в Black Star Car Wash. Это я знаю точно. Было такое, что в Black Star Burger артисты сами делали бургеры. Будет ли такое же здесь? Ну вот сейчас будет. Ну не знаю, я, конечно, больше восточный человек. Для меня больше готовка. Не знаю, если понадобится помощь ребятам, выйдем, что сделаем. Если Тимоти понадобится помощь, конечно, выйду, помогу. Я как бывший работник Black Star Burger не в курсе. И я вроде мне не надо ничего мыть, просто не знаю. Вполне возможно, почему нет. Будешь мыть? Ну, вообще да, можно, но чисто по фану. Так что не надо сейчас всем ехать и говорить, Саша Лим нам машину будет мыть сейчас. Расскажи, нет ли у тебя идеи открыть БК Car Wash? Я думаю, что нам пока до этого далеко, но как минимум, я думаю, нам стоит придумать, как эти компании, как можно через интернет мыть машины. Вот эта задачка будет не из простых. Поэтому, как только мы к этому придем, я думаю, нам точно можно идти в этот бизнес. Но так как мы IT-компания, то в первую очередь мы думаем о том, что сделать нужно в интернете и для наших пользователей. Вот так вот мокро, вкусно и пенно прошла вечеринка открытия Black Star Car Wash. В любой момент вы можете приехать сюда и помыть свою машину. Автомойка находится в гостинице «Украина». А эту машину мыл Тимоти. Всем лайк! What the hell, I'm gonna make it somehow.